я в итоге сделал все моим телефоном, потом скину, хорошо? Окей, да, он там на блокировке стоит, на пальце. Я руку нажимаю. Вот это, фото это открывал, она открывается. Открывается? Да, фото открывается. Там большая, надо нажимать на большую. Да, слышно. Назад? Да, ветерок пошел сильный. Подожди чуть-чуть. Шаг вперед сделай? А нет, шаг. Стой. Что мы будем делать? Отпускай. Садись, садись. Все, какой класс! Коленку боже. Я обожаю Грузию, господи. Вау! Анатолий, это кайф! О, боги, как это клёво! Наши ребятки, да? Какой супер! Роскошный! Мы так переживали, что будет плохая погода. Фу! Вчера было значительно хуже. Во второй половине дня немножко распогодилось. Мы больнали буквально часик. Да. То есть там все вот эти вот винты, все вот эти штучки. Да, вот это экстремальное приземление взлет. Винты, да. Перевороты. Класс. Это же я знаю мужика, он мне сказал, я тебя удивил. Удивил? Сколько вы катались? Ну, ему 67 лет, знаешь, при этом он подарил. Сколько мы летали? Сколько полет длился экстремально? Полчаса. О, ну прилично. Прилично, потому что ну, у меня 15 минут катало. Я сам на Таврине живу. Ты где? Ага. Самое было страшно. Ну он, короче, жгет реально. Ну, вот реально. Не, ну 67 мозг. Лет это же прилично вообще. Ладно, перекусим. Ну у нас причем там обучают. То есть ты можешь получить даже сертификат пилота. Ах, вот оно откуда это все, да? Вообще она тоже такой летчик или нет? Да, нет? Я, нет? Летчик, что мать, Господи, как красиво! Акушер-гинеколог. Я занимаюсь девочками и детками. Я шикарная. Домашние роды? Нет, такое не люблю, не приветствую. Я сам не приветствую, но... А,
считаю очень опасным, знаю много смертей, несчастных случаев с этим связанным. А люди не рассчитывают свои возможности. Конечно, конечно. Это предсказуемый процесс рода. Я 6 лет в роддоме отработала. Потом ушла в амбулаторную помощь. Как вам тяжко, когда народ...